поздравляю, котику. Надя позвонила, дуже поздравляет. А коли ти приїдеш, котику? О, хоч побачимося. Да, Дар. Ага. Так, так, рибочка. Та включила мамі. О, Каляня поздравляла. Зіну. Тут так, так, само і тобі золото. Ти мамі включила, мама смотрит. Тоже, рибочка. Сейчас у нас воздушна тривога. Все, поздравила тебе, Надя, бач? Я думаю, Надя дзвонить. А воно вибиває. Я алло, алло, воно вибило. Алло, алло, а воно вибиває. Та думаю, та що таке? Це, мабуть, така зв'язь. Зараз ті включу звук, бо я скрутив, бо ти ж розговорювала по телефону. Що, долечка? Маму я уже поздравил, Светланка осталась, а теперь привез Светланку. Ну хорошо, я Светлане, я не хочу с вазой уже потом. О, какая красивая. Иди сюда. Опа. Где там наша Светланка? Светлана, ты где? Я тут. Орхидея. Да. О, что упадет. Пока поставлю. Какая красота. Нравится тебе? Нравится, конечно, нравится. Сейчас, подожди еще. Сейчас мы ее раскроем. Сейчас, ладно, сейчас. И тюльпаны Светлане. Оп. Ой. И тюльпаны тебе. Дякую. Орхидея дуже красивая. Сейчас она ж подожди. Раскрываешь их уже? Ой, нравится тебе? Да, красивая. Цвет у меня такой красивый. Каляня потом приедет, тебе подарит. Нет, я думал такое побольше цветов. Думаю, цветы такое. Ты больше любишь орхидеи. Ну, я не знаю, Светлана. Надо будет мне кажется, что этот вазонок надо купить другой, пересадить его, бы он за маленький. Да, пересадить другой, и надо то и поднести такой, знаешь, они не упали. Ну, что вода стекает. Да, что водичка стекает. Надо спасибо купить, большое. Я потом пойду до Романиной куплю. Спасибо. Я ее сейчас намочу. Подожди, первым делом, чтобы она немножечко отошла. Я вот так сразу... Она почти такая большая, как у тебя та белая, да? Я не заморачиваюсь. Вот так. Не сильно холодная, вот так. Вот так. А может, я бы пошел бы купил этот тебе вазонок, сразу бы пересадила? Нет, если пересадить надо, она цветет. А, нельзя? Нет. А как же она будет без этого, вода будет течь? Ну, мы сейчас найдем, там же есть на улице под низом. А, должно быть, должно быть. Она может так пока стоять. Это потом, ну что ж, вот это что же тоже стоит, видишь? Вот. Что мама то за такие? Вот, что мама такие? Она тоже сама стоит. А что это такие? А ну тихо, что мама скажет? Что это такие желтые? Это что сидит? А ну тихо, тихо. Из елки, по-моему. Желтые, что оно такие? Не знаю. Мимозу. Лимонка? Лимонка, лимонка. Мимозу. Где же лимонка? Ну пахнет, да. А ты не знаешь, на двери не было мимозы. А может, они растут от жизни? Да как не растут? Ты ж продавала тоже мимозы, как не? Мама какая лимонка? Да я кажу, мам, лимонка. Да, я например мимозу первый раз в Италии увидела. Да как? Да и тут так само есть. Да, ну, красивая, так... правда? Это мне на работе подарили, вот такой букетик мимозы. Спасибо большое. Ой, у меня ассоциация мимозы с Италией, потому что в Италии, когда я приехала в марте, как раз в марте приехала в Италию,
И я увидела первый раз такие огромные деревья и цветущие желтым цветом. Татьяна на работе? Пахли, да. А, ну да, там были. И то, что меня поразило, когда я была в Италии, что мы заходили в супермаркет и покупали там какие-то продукты, и нам давали каждому по букетику мимозы. Да, бесплатно. Потому что везде за границей, международный день женщины всегда справлялся, 8 марта, то же самое в Италии. Во всех других странах, хоть и рабочие, но все равно всех витали. Я тоже хочу привитать всех женщин с нашего канала, всех вообще женщин, наших зрителей и не зрителей. Все равно всех с праздником, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, мира и всего самого светлого. Вот. А тебе еще кружку подарили? Чеша? Да, это на работе, кстати, наш доктор подарил каждому. Да, каждому из работников, у нас мужчина, он подарил каждому по кружечке, привитал. Было очень приятно, эклеры купил, фрукты, привитал, поздравил всех. Он вообще каждый год нас витает. Тут я 2 года работаю в этом коллективе. Первый год у нас так хорошо поздравил. В этот год он каждому на память купил по кружечке. Ну, видишь, какой молодец. Да. Орхидея вообще шикарная. Нравится тебе, да? Сейчас мы ее поставим сюда. Нам надо только подставку найти. Я сейчас пойду найду. Да, и мы его потом поставим. Я его, скорее всего... А где ж ты уже поставишь? У тебя тут все забито. Не, я его сюда поставлю. А то заберу, то что я немножко не реабилитирована. Я ее, наверное, заберу сюда. А эту пока поставлю сюда. Вот это маленькая у меня, вот так как-то их будет. Вот так пускай пока стоят. А потом, потому что у меня вот эта одна есть, смотри, красиво. Вот это у меня, вот это же цветет. И это хорошо, у меня белая цветет. Кстати, покажи всем зрителям, какие у меня шикарные уже орхидеи. Вот это. Я ее тогда отнесу в ту комнату. А, ну это она можешь, немножко да. Там постоит, а сюда поставлю. Я ее туда забрала, потому что... Я ее привезла, ее хотели выбросить, а я думаю, немножечко ее восстановлю. Тимошка, немножко... ты среди цветов. Да, она немножко отходит, как говорится. Все хорошо. А ну-ка, вот тут. Покажи, вот смотри. Смотри, как эти растут. Вон, какие росточки дальше дали. Вот тут будет орхидейка. Вот тут идет орхидейка. Но это вообще кошачий глаз. Вот, смотрите, как дальше будет орхидейка. Это белая, как красиво. И ну, там покажи все, каждый буквально. Лилечка, ты тоже хочешь сюда залезть, да? Я знаю, что тебе нравится. Ну, а у Светланы уже все почти уже порасцветали. Ну, какая она большая, красивая. Главное, что тебе понравилось. Да, спасибо большое. Теперь еще надо взять, поставить нам на тюльпаны, достать вазочку с тобой. Ну да, тюльпаны раскрыла. А мама не раскрыла. Мама так оставила. А, уже раскрыла? А, оказалось, не раскрыла, а. Ты же сказала нет. А, уже пооткрывалось. Ну да. Бо тепло. Почувствовали тепло и все, они открываются. Ну, хорошо, они же должны это. Ну ничего. Вот эти листочки я могу вот так забрать. Вот а что ты сразу обрезаешь? А вон она немножко попадала уже не это. А вот так смотри. Видишь, они когда прохладно, ну, то они такие не были. А как уже тепло, то уже все. Как и последний, красота тоже, да. Спасибо большое. Еще раз всех за свято. Что-то нам сегодня хорошенького приготовил. Слышала, что салат оливье ты приготовил, да? И курочку замариновал, которую мы сейчас возьмем. Курочку, да, курочку да. Замариновал, только в духовочку-то еще. И а салат на террасе. Ну, тогда мы включим духовочку, да? Ну, давайте. Включим, я уже все приготовил. Кайрі поцілуєш потім, як вони приїдуть. Я сподіваюся, мама їх пригласить на день рождения. Так що йди, бери квіти, став вазу. Мама тобі поможе все зробити зараз. Так, тепер мама. Так, тобі теж. Ага, тобі теж, так. Да. Тобі теж букет від Гаріка з Кайрі. Дякую. Оце тобі букет на проблеми. Дякую. Дякую, що вам такий красивий тюльпан. Ну, який красивий, красний. Спасибо большое. Ну, да. А від мене нема подарка. Дякую. Денег на квартиру. Дякую. Дякую. Ну, красивий. А це мені на роботі. Здоров'я, який красивий. Мимоза подарила. Стол накрили. Анатолівна.
Це ж теж, обожаю, це в Італії у нас, я говорю, а це на роботі. Ох, уже м'ясо вже готове. А що ж ти тоді не поставили з картошечкою? Щоб вони не попадали в кашпо. Синоль, я їх завтра з утра зроблю все. Оформлю в тєті. Ну, мами таких уже не було, таких, як красота. Свілі, тільки тоді може трогати. Ні, я не маю в виду пересаджувати, просто в горщики поставити оці маленькі, в горщики, щоб вони можна, не попадали. Можна, поняла, да, що да, я тебе говорю? Ну, щоб вони не впадали. Зараз я візьму їх, що їх треба відкрити, вони там нас залізли. Да, і поставлю їх тут. А они не будут, Светлана, в спальне? Разве не будут? Мне это больше нравится. Ну, я посмотрю, но у меня они здесь больше растут. Мне кажется, это большие оставляй, а маленькие можешь себе поставить в спальню. Ну, он дома липусеньку могу отнести туда, в спальню. А остальные нет. Или вон ту желтую могу еще. Вот эти две могу отнести. Вот и все. Поили трохи, посидели. Шампанские, коньяку трохи выпили. Вот и праздник, так, Светлана? Угу. А это мне Ксюшечка подарила. Спасибо тебе большое. Девочка, которая хожу, делаю маникюр и педикюр. Она подарила мне на 8 марта. Большое тебе спасибо. Вот. Попробуем завтра обязательно. Спасибо тебе большое. Тебе тоже с праздником. Всего тебе самого наикращего. Главное тебе здоровья и мира. Ёма, у мамы уже все, футболка вся заляпана. Помидоры. Хоть и салфетку стывила. Уже все. То уже даешь, то уже снимешь-то все. И Вирчик просится. Скажи, подсадить меня. И Вирчик просится. А у нас сейчас тревога. Да, у нас сейчас сирена. Сейчас сирена. Вот я там сейчас начал торги. Не, еще не начал. Не начал, да? Не. Я сейчас немножечко переставлю свои... Красивые, правда, Малайзия, какие орхидеи? Мам, не такие не маю все. Ты видишь, какие красивые цвета, не? Угу. Так. Ну, красота. А то уже, Светлана, у тебя целая теплица будет. Угу. Сейчас надо будет принести эти... Два горшочка, я на большие поставлю там. Та что, сейчас будешь пересаживать? Не, пересаживать не буду, я поставлю их, переставлю местами, и все.